Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії адвокати Максим Могиліцький. Вітаю вас. Добрий вечір. Та адвокат Андрій Гожий. Вітаю. Здравствуйте. Верховний суд просить Конституційний суд України розглянути закон про перезапуск судової реформи. За подання щодо конституційності низки положень закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування проголосували 168 суддів Верховного суду. Просять розглянути подання як невідкладне. Нагадую, 4 листопада президент Володимир Зеленський підписав звернення про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування. Ухвалений закон передбачає внесення змін до законів про судоустрій і статус суддів, про очищення влади та про Вищу раду правосуддя. Також закон визначає необхідність скоротити склад Верховного суду у половину, залишити тільки 100 суддів замість 200. Раніше саме через цю норму судову реформу розкритикували посли Європейського Союзу. Про усі деталі та ризики судової реформи поговоримо із нашими гостями. А глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Максиме, як ви вважаєте, все ж таки, в чому полягає ефективність судової реформи, як її виміряти? Тобто ми розуміємо, що судова реформа та суди – це основа держави. І якщо там не буде справедливості, ми не зможемо побудувати нормальну сильну країну. Як ви вважаєте, все ж таки, де та межа, яка дає змогу громадянам довіряти суддям? Тема весьма обширна и требующая очень детального ее разбора. Я бы хотел начать с цифр. Одна очень показательная цифра – это статистика обращения граждан Украины в суды. Каждый год примерно 4 миллиона украинцев обращаются к нашей судебной системе за справедливостью. Много это или мало? Это, как по мне, это очень много. Это практически 1/10 населения. Почему так происходит? Вроде бы наши доблестные правоохранители говорят о том, что статистика обращения именно в правоохранительные органы сейчас снижается. И правоохранители, силовики, говорят о том, что это является показателем повышения уровня работы, качества работы. Якщо буду чесним, вони просто не реєструють велику кількість звернень. Да. Ну, це очевидно, да. І для, думаю, що усіх громадян, які хоч раз стикалися з нашою відреформованою поліцією та правоохоронними органами, це не секрет. Совершенно вірно ви говорите. Я этот дисбаланс цифр, чисел воспринимаю как абсолютное недоверие сейчас нашего населения к правоохранительной системе и очень серьезный общественный запрос к такому публичному сервису, как правосудие, который у нас является, наверное, одним, так скажем, из фантов надежды населения на справедливость. Поэтому люди и обращаются в суды. Они ищут там правды. Почему? Потому что они ее не находят у правоохранителей. Соответственно, что должна делать власть для того, чтобы этот запрос оправдывать? Однозначно, конечно же, идти навстречу населению и судебную систему создавать, реформировать таким образом, чтобы она могла отвечать запросам населения, чтобы действительно она была справедливой, эффективной, быстрой, способной восстанавливать нарушенные права людей. Что мы имеем? К сожалению, на протяжении многих лет наша судебная система, она имеет такое, знаете, скачкообразное развитие, и находится практически постоянно в состоянии реформирования. Если мы возьмем последний период времени, то он был выражен таким, знаете, ярким качеством. Это прибирание этой системы под пяту власти в Украине. Угу. Что делал прошлый президент? Он жестко загонял всю судебную систему под себя, под свою иерархию, чтобы она четко работала у него на его коротком поводке. Мы имеем много ярких примеров, таких, так скажем, поломанных судей, которые четко выполняли команды своего хозяина. Это сейчас и навязший на зубах уже судья Чаус.
Так, так, есть такие. Который беглец. Сначала оказывал услуги своему покровителю. Все прекрасно помнят дело Корбана, как он четко выполнял задачи власти. Вот. И потом, соответственно, власть ему отплатила, в принципе, той же монетой, когда они взорвавшегося судью Чауса прятали фактически от тех же силовиков, которые хотели его наказать, которые хотели, соответственно, фиксировать его преступление, вплоть до того, что его там тайно вывозили в Молдову. Все прекрасно знают эту историю. Mm. Вот вам яркий пример, так скажем, деградации системы и ее закона под власть. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студию. Витаем вас, вы в эфире. Алло? Так, так, витаю вас. Добрый вечер. У меня очень, очень короткое выражение. Доказуемое могут не доказать только наши украинские юристы. Поэтому такое вот и творится в сфере порядка. И у меня все. Ага. Дякую. Пане Андрію, як ви вважаєте, все ж таки наш телеглядач правий? І друге питання, де ця межа між, от чому населення не довіряє нашим українським судам і в чому основна причина цього? Ну, смотрите, что можно ответить телезрителю нашему, это то, что действительно наше украинское правосудие абсолютно независимое, в том числе и от здравого смысла. И, конечно, доля истины и возмущение есть. Однако, как померить эффективность правосудия? Надо посмотреть на наших олигархов, где они предпочитают судиться. А предпочитают судиться они в высоком суде Лондона почему-то. Хотя почему так склалось? Вот. Потому что они, наверное, реформируют нашу судебную систему все года независимости Украины. И понимают, до чего они ее дореформировали. Это и с точки зрения неэффективности скорости правосудия, сокращения количества судей, ужасающая коррупция и так называемое телефонное право. Почему люди не верят судам? Вот, я думаю, нашим глядачам дуже цікаво, що тут, з вашої точки зору, телефонне право. Як воно працює, як воно відбувається в судах? Ви адвокат, ви, я думаю, на своїй практиці це бачили, відчували. Яким чином відбувається судова система? Тобто я просто таке питання ставлю, тому що коли я ще не попав до судової системи, я не розумів взагалі, що це таке. Що там роблять, що робить прокурор, там, що робить адвокат. Для мене це була ну, така загадка. А вже я коли потрапив до цієї судової системи, я зрозумів важливість кожного рішення, важливість кожної крапки чи зап'ятої, і чеком ми до закону чи якогось там підзаконного акту. Тому і важливо тут розкажіть про це детально, про телефонне право. Що це таке, щоб наші глядачі теж мали уяву про це? Телефонное право, но это конкретно в вашем деле, когда 2,5 года суду говорят, что вот это черное, а он говорит, что это белое, а потом вдруг в один день он прозревает и говорит, что действительно таки черное. Ну, мы все знаем о политической мотивированности дел многих, в том числе вашего, и это не наше мнение, а в том числе мнение международных правозащитных организаций авторитетных, которые говорят, что в вашем деле, да, и в делах ваших коллег нет права. Там есть политическая целесообразность. Вот это и есть то же самое телефонное право, когда есть целесообразность политического человека либо посадить в тюрьму, либо его оправдать, что мы тоже видим, когда, что некоторые у нас особо независимые от судебной правовой системы и вообще от закона могут убивать людей на улицах, избивать, нападать в судах, им за это ничего не будет. В другом случае кто-то покритикует войну на востоке Украины и садится в тюрьму как сепаратист и агент Кремля. Почему люди не доверяют судебной системе? Потому что зачем она существует? Мы живем в сложном обществе, где постоянно возникают конфликты. Да? Когда-то мы ну, в истории человечества решали конфликты, как говорится, мечом. А потом пришла цивилизация, и мы поняли, что лучший способ разрешения гражданских конфликтов, а также конфликтов между человеком и государством, является суд. То есть суд должен их решать. То есть каждый должен быть уверен в том, что я могу пойти в суд и защитить там свое право, получить эффективный ответ. Однако мы должны констатировать, что в Украине действительно сейчас с этим есть большая проблема. И президент пошел по пути
еще хуже, чем по тому пути, до которому шли его предшественники, потому что они хоть таблички меняли. Был Верховный суд Украины, стал там просто Верховный суд. Да? А эти даже таблички решили не менять. Просто решили, давайте мы по каким-то для них критериям, скорее всего, это критерии лояльности, просто перетряхнем опять судебную систему. Вот и все. Дякую. Пане Максиме, як ви вважаєте, реформи судової системи, вони колись закінчуються у нас в Україні, чи вони йдуть постійно? І от які реформи були з дня незалежності? Тобто, яким чином йшла ця реформа і чому ми дореформувалися до такого, що, ну, на жаль, одиниці суддів є, яким є ще хоч якась довіра, а в більшості випадків ми бачимо певну недовіру до судової системи? Эволюция реформы судебной системы, она имеет свои корни прямо с началом нашей независимости украинской. И, соответственно, она сейчас тоже находится в некой динамике. О чем говорит наш президент нынешний, о том, что судебную систему нужно в очередной раз реформировать. Но что он делает? Под видом реформы Зеленский проводит кадровые перестановки. То есть он что хочет сделать? Он сейчас уменьшает количество судей в два раза Верховного суда, я так понимаю, с целью набора неких, так скажем, лояльных себе лиц. Уменьшает количество участников, членов ВККС, Высшей квалификационной комиссии судей. Хочет поиграться с окладами судейскими, опять же, сделать их более ручными, судей, для того, чтобы они четко там смотрели только в сторону власти. Чтобы власть была лояльна по отношению к судьям в части формирования им окладов. Это не является, к сожалению, судебной реформой. Судебной реформой являются некие более институциональные вещи, которые действительно могут повлиять на эффективность правосудия. Что является критерием эффективности правосудия? Это своевременность принятия решений, это доступ к правосудию каждому гражданину, это получение быстрого, качественного, справедливого решения, когда большинство населения понимает, что у них судебная система справедлива. К сожалению, у нас такого пока на сегодняшний день нет. Чем это обусловлено? В первую очередь, первая проблема – это большой недокомплект кадров. Сейчас в нашей стране некомплект судейских кадров составляет примерно 2000 человек. 2000 судей сейчас отсутствуют на рабочих местах, их нет. Если по состоянию на начало 2014 года у нас работало 9000 человек, уменьшилась штатная численность до 7300 человек, а по факту сейчас у нас работает 5200 человек. 5200 судей осуществляют правосудие. И у нас до сих пор есть такое позорное явление, как отсутствие вообще какого-либо состава суда в конкретно взятых 15 судах Украины. А в 2018 году у нас было таких судов 22. То есть целые районы вообще не имели своего правосудия. То есть они не могли обратиться в суд. Почему? Потому что... Для чего это? Как так сталося? Где причина? Причина абсолютно... Дореформувалися? Причина абсолютно банальная. Еще в далеком 10-м, 11-м, 12-м годах была учреждена очередная реформа судебная. Я не могу назвать ее неэффективной. Как по мне, она... довольно-таки эффективная, которую Порошенко назвал своим именем. Он сказал о том, что это его реформа, хотя на самом деле это реформа, по большому счету, Портнова. Это он придумал, соответственно, и ей запровадов. Что она предусматривала? Она предусматривала добор судей на основании некой системы ступенчатой, тестирования, квалификационного оценивания, собеседований, прохождение школы судей профессионального, и, соответственно, уже потом все это венчается указом президента о назначении судей. Система была чем характерна? Вернее, ее первая реализация, первый шаг к ее реализации. Тем, что первая волна добора судей составляла 8 тысяч аппликантов, заявителей. 8 тысяч. Из них сейчас до, скажем так, финального этапа, последнего этапа прохождения всей этой судейской школы дошло 600 человек.
Как по мне, это весьма хороший, высокий профессиональный ценз. Людей действительно отбирали по профессиональному признаку. Единственное, что, конечно, на финальном этапе система Порошенко немного споткнулась. Они поняли, что им нужно вносить однозначно субъективный фактор в систему оценивания и протаскивать именно своих лояльных судей. И началась игра, манипуляция с... Ще з 11-го року, чи вже після 14-го? Коли после 14-го. А, після 14-го. Конечно, так. Конечно. Тобто повинні були бути, якщо брати логіку Порошенка, судді, які присягнули йому особисто на вірність. Конечно, конечно. І от із цих прошедших 600 спартанців, називаємо їх так, він хотів вибрати, мабуть, самих-самих лояльних. І застопорив в ручному режимі дальнейшее прохождення цих 600 обраних. И система с наличием 2000 вакансий не получила свежую кровь, к сожалению, до сих пор. ВККС, Высшая квалификационная комиссия судей, должна была, в конце концов, дать вход всем документам этих людей, принять их на работу, дать президенту на подписание соответствующих указов, чтобы судьи находились уже на своих рабочих местах. Этого, к сожалению, не произошло. Что я хочу еще сказать? О том, что эта система добора, она должна проходить при правильной процедуре примерно где-то 2 года. Вот обучение судьи от начала до конца, она занимает 2 года. Угу. Была только первая волна. Из 2000 вакансий мы сможем заполнить, даст Бог, 600. Мы, Украина, получим 600 новых судей. У нас остается 1400 вакансий. Несложным арифметическим методом мы можем посчитать, что нам для того, чтобы заполнить все вакансии, это при том, что судьи не будут вообще увольняться и уходить в отставку, нам нужно 6 лет. 6 лет. То есть люди должны ждать 6 лет Только тогда будет нормальная количество судей для того, чтобы судовая система могла нормально работать. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Совершенно верно. Это при том, что если принимать во внимание тот факт, что 7300 судей это является достаточным для Украины. Сейчас пойдите, зайдите в суд. Мой коллега это может подтвердить. Вы это можете подтвердить прекрасно, что у каждого судьи горы дел неразрешенных, горы дел, как они говорят, неотписанных, по которым нужно еще писать решения, соответственно, их выдавать. Это огромная проблема. Дякую. И у нас есть телефонный звонок у студию. Витаем у вас, вы в эфире. Я звоню к вам. У меня есть предложение. Срочно меняйте эти старые прогнившие пеньки в судейской системе, и будет все нормально. Пане Андрію, я думаю, що до вас питання. Все ж таки, яким чином реальну ситуацію якось можливо змінити? І можливо, чи змінити її взагалі швидко, наприклад, Зеленському, який... В принципі, з його партією, з монобільшістю, має усі можливості, щоб це впровадити. Ну, смотрите, Дмитрий, Наполеону понадобилось 2 года, чтобы реформировать Францию, да, от старых порядков, пережитков феодализма, как бы, и принять тоже гражданское законодательство, которое, по сути, действует до сих пор во Франции, да, что обеспечило ее стабильность и развитие. Поэтому, ежели есть воля политическая, тем более, что профессионалов в стране очень много в Украине, да и можно и привлечь и нормальных европейских профессионалов, то поменять можно, и даже можно быстро поменять. Но для этого нужны, правильно, институциональные изменения. Что мы увидели за года независимости? Судебная система не стала судебной властью. Хоть она должна быть отдельной властью, она ею не стала. Судебная система... Но по Конституции, так? Судебная система до сих пор рассматривается любым новым правительством, в широком плане я имею в виду правительство, то есть верхушка, которая приходит, Кабмин, президент, рассматривается как придаток, как свой ручной придаток. И сам судья прекрасно понимает, вот от кого он зависит. Судья зависит от меня, от вас, от моего коллеги, от пенсионера. Нет, он зависит от человека, кто будет его назначать. Поэтому в чьих интересах вот он глобально будет работать? В интересах правящей элиты или в интересах граждан Украины?
Все реформы у нас сводились, кроме смены табличек, еще к каким-то косметическим изменениям в процессуальных законодательствах. Однако это косметические изменения. То есть сначала мы подавали апелляцию путем подачи апелляционного заявления, потом жалобы, потом одну бумажку отменили, другую бумажку, поменяли название бумажек одной на другой. Но глобально ни процессуальные гарантии, ни институциональные вещи не изменились. Почему? Тоже правосудие в Англии может пользоваться нормативно-правовыми актами 500-летней давности и себя спокойно чувствовать. И наши олигархи туда поедут. А чому наші олігархи не судять свої там справи в Україні? Як так сталося? Ну, вони судять свої справи в Україні, тільки коли проти них виступає намного слабіший противник. Коли можна використовувати український суд для якихось рейдерських захватів, або для возврата якогось банку назад себе, неожиданно приватизованого, вернее, націоналізованого, да? Либо коли треба щось реприватизировать, а когда они сталкиваются в равнозначных интересах, то они обращаются к арбитрам, которые находятся в Европе. Что нужно? Нужно, чтобы судебная система стала независимой властью. Для этого надо провести какой-то правовой и политический маневр, жесткий и серьезный, вплоть до выборности судей, выборности Верховного суда. Да, почему у нас Украина состоит из субъектов, да, административных областей, да, почему мы не можем выбрать от каждой области себе представителя в Верховный суд Украины. То есть нужно вот кардинально, по-живому порезать, Дмитрий, и прекратить вот этот административный монополизм в назначении судей. Другого виходу, як би, на даний момент. Ну, тобто, був якийсь механізм, який не вводив би суддю в залежність до тієї людини, яка підписує йому дозвіл, умовно, на роботу. Так, от, опять-таки, два роки йде відбір судді. Тобто, потім йому треба вчитися, так, судді, тобто, їздити на сесії, здавати. А за що йому жити в це час? Чим кормити сім'ю? То есть в любом случае система выстроена так, что мы должны как бы обращаться за административной поддержкой, да, к кому-то сверху. Без этого ты как бы судьей не станешь. Плюс мы видим клановость в судебной системе. Мы возьмем судью и видим, что у него там муж, жена, прокурор, тот кто-то в управлении юстицией. Ну, мы видим клановость систем. Плюс мы видим то, что судьи сейчас массово, правильно коллега сказал, уходят в отставку, они-то увольняются, потому что они не хотят, как по-китайски, знаете, есть проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен. Они не хотят жить в эпоху, когда они должны выполнять и указания сверху, и в то же время их в любой момент могут наказать. Проще уйти в отставку, получать хорошую пенсию, хотя она пенсия не называется, потому что судебная система о себе побеспокоилась. У нас же в стране есть ограничения, я, может, совру, 12 минимальных пенсий, да? Ну, чтобы человек может получать обычно, если выходит на пенсию, судья может получать намного больше. Вот, и пенсии у них есть и по 50, ну, так называемые пенсии по 60 тысяч гривен в нашей стране. Поэтому никто не хочет, опять-таки, есть глобальная, заканчиваю, есть глобальная инфраструктурная проблема. Все хотят быть судьями в Киеве, в Печерском суде, в Верховном суде, да? А вот в какой-то Чудновский суд Житомирского района никто ехать не хочет. Почему? Потому что там некомфортно жить. Это и упирается в экономику обязательно. Все по Карлу Марксу. Сначала экономический базис хороший, а потом надстройка. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Я далек, конечно, от юриспруденции, но я хотел бы высказать мнение народа о судебной институции. Мы считаем, что судебная система начнет работать тогда, когда право народа не платить налоги унизительно будет принято. Ну вот что я на право народа не платить унизительно. Это, потому что сбираются по закону налоги, а потом кое-кто там благодействует. Народ сам хочет отдавать свои деньги, а не платить как налог. Вот это, я считаю, тогда будет работать судебная система.
Дякую, пане Максиме. Як ви можете відреагувати на коментар нашого глядача? Наш телефонний собеседник, мабуть, сторонник Кропоткіна. Это у него были, да, такие изначальные идеи налоги не платить. Ну, ладно. Хотелось бы все-таки поговорить о судебной реформе. Ну, еще судовая реформа, что є критерием довіри чи рівня суду и суддів? Самое главное, два критерия для меня – это качество правосудия и доступность. Что говорит о качестве правосудия? Это быстрое, эффективное решение, в том числе, которое будет приниматься профессиональными судьями, не будет ни завалов в работе. Это одно из самых главных условий, скажем так, для судьи, у которого в производстве находятся дела. Я бы хотел вернуться к фразе коллеги по поводу того, что необходимы серьезные реформы в судебной системе. Как по мне, идея, которая изложена уже в нашей судебной, в судебной реформе, она весьма-весьма здравая. Только ее нужно правильно реализовать, в конце концов реализовать. Добор судей профессиональных, я считаю, он создан весьма разумно. Только нужно дать возможность реализации этой системы. Вот выбрали мы, сдали экзамены 600 человек, направьте их отправлять правосудие. И вы говорили о том, что это, что есть люди, которые хотят работать, допустим, там, в Печерском районе, в Шевченковском, в Голосеевском, ну да, в центральных районах города Киева, а, допустим, там, в Жашковском районе работать не хотят. Система добора судей, она предусматривает распределение новых судей по неким, скажем так, ну, с учетом неких там зональных коэффициентов. Если у тебя сданы экзамены на определенный балл, который является высоким, ты получаешь право работать в центральных районах, допустим, там областных центров. Если у тебя балл недостаточно высок, то в соответствии с законодательством, которое сейчас у нас принято именно в части вот добора судей, ты будешь работать, где тебе, допустим, предложат там уже более низкий там зональный коэффициент, уже в каких-то там, скажем так, сельскохозяйственных районах, там, в районах, которые немного там отдалены от центра. Это все уже прописано, это все уже есть. Его нужно реализовать, не ставить административные палки в колеса этой системе. Она должна, в конце концов, заработать. Она есть, она придумана. И она придумана не дураками. Я говорил о том, что это, что хорошая команда специалистов поработала еще там в 11-м, 10-м, в 12-м годах. Они придумали эту систему. Она уже есть. Просто ее нужно, чтобы она требует реализации. Угу. Это мы сейчас говорим о системе наполнения кадров. Есть точно такая же система очищения негодных кадров. Тоже в нашем законодательстве. Но она тоже, к сожалению, не работает. А чему? В силу субъективных факторов. Потому что у нас есть определенная желание влиять на эту систему, на систему очищения. У нас есть какие-то там свои карманные судьи, которых мы должны пригревать у себя, которые должны выполнять четко там задания своих хозяев. И, к сожалению, система, которая олицетворена Высшей Радой Правосудия, которая является высшим дисциплинарным органом в нашей стране, она сейчас фактически не работает. В ВРП, в Высшей Раде Правосудия, накоплено огромное количество жалоб граждан, организаций, предприятий на нерадивых судей, на факты грубых нарушений процессуального законодательства. Но они годами, чуть ли не пятилетками, не разрешаются, эти жалобы. Они не рассматриваются. Тобто, ситуація, я так розумію, склалася таким чином, що нас судів, які погано працюють, вже дуже багато накопичилось кримінальних справ, і це повинно було слугувати, щоб їх давно звільнили. А це просто не розглядають. І таким чином ми оставимо віддільно. Потому что здесь тоже у нас есть такой очень серьезный манипулятивный фактор, который как раз и является рычагом абсолютно незаконного воздействия на судей. Я хочу сказать, что
По статистике, по-моему, у нас каждый третий, точно каждый четвертый судья ходит под статьей «Заведомо неправосудное решение». Угу. Для чего это делается? Для того, чтобы... Ну, судья был на гачку, и ему можно было подзвонить, конечно, и сказать, по этой справе вырежь, будь ласка, чтобы вот им так можно вот было легко манипулировать. ЧБС, поэтому, будь ласка. Да, то, что касается как раз уголовных производств, если мне не изменить память, какой-то нардеп недавно внес в законодательную инициативу о декриминализации статьи, которая называется «Заведомо неправосудное решение». Я абсолютно за это, ее нужно декриминализировать. Это не дело, это не абсолютная кухня силовиков. Это просто рычаг их воздействия на систему правосудия. Этого быть не должно. Система правосудия, как по мне, должна самоочищаться. Должны быть выбраны профессиональные, мудрые, достойные, моральные авторитеты. Дякую. Вот в эту высшую раду правосудия, которые должны разрешать дисциплинарное производство, решать вопросы, нарушение присяги судьями. Это будет правильно. Но они должны это делать быстро и эффективно. Дякую. Пане Андрею, вы сгодні с декриминализацией статьи за вот, неправосудное решение? Можно декриминализировать, да, я согласен, но с введением дополнительных дисциплинарных гарантий. Допустим, я вот слышал такое мнение, что если, да, вот у нас есть авторитетный орган и Европейский суд по правам человека. Да, если он принимает нарушение, это как вариант, если он принимает решение, что было нарушение основополагающих свобод в каком-то из дел, тогда вся вертикаль судей, которая это решение принимала, должна быть уволена. Вот, допустим, такая гарантия процессуальная. Потому что... Я думаю, так у нас в Украине останется очень мало судей. Ну, смотрите, ну вот, и вот честно, вот как можно декриминализировать? Смотрите, вот, Дмитрий, вот, ну вот, а просто если все так остается, как и есть, вот давайте мы далеко ходить не будем, все присутствующие, ваше дело, конкретно ваше дело. Я открываю судебное решение, читаю, что вы преступник, да, когда вот приняли по вам обвинительный приговор и дали 9 лет тюрьмы. Вы преступник, знаете почему? А потому что сайт «Миротворец» так написал. Вот скажите, вот нормально судье, три судьи с высшим юридическим образованием вот такое писать в судебное решение? Mm-hmm. Ну, вот можно это посчитать заведомо неправосудным решением? Потому что сайт «Миротворец» написал, что вы преступник. Если не дать дополнительных сейчас дисциплинарных гарантий, они и декриминализировать эту статью, у них хоть сейчас страх есть, что власть поменяется, хоть какой-то страх, что власть поменяется, и как они быстро начали отпускать людей, как только вот перестал быть Порошенко президентом, уже избрался Зеленский, и они подумали, что, о, грядут перемены. Так пачками отпускали людей. Ну, еще, наверное, до зари, когда зрозуміло, да, что... Да, когда уже пошло, пачками начали. Так, можливо, Порошенко не будет отпускать людей. А сейчас, если декриминализировать, если, правильно коллега говорит, по 5 лет лежать дисциплинарное производство, нету каких-то вот несубъективных механизмов, да, вот, 100% увольнения, то они не такое туда понаписывают. В Киеве, то, конечно, попроще, но в так называемых в провинциальных судах там такое встречается просто в судебных решениях, что это на голову не налазит. Дякую. И у нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Я из Никополя, меня зовут Николай. У меня вопрос такой до ваших гостей, или точнее, мое предложение. Вот, допустим, на мой взгляд, что дает возможность судьи брать взятку? А это дает возможность то, что, допустим, у статьи, ну, берем любую статью Уголовного кодекса, где, допустим, от 8 там, до 15, даси взятку, значит, будет 8 год. Не даси взятку, буде 15. Угу. Ви мене зрозуміли? Так, я думаю, що сформулюю питання до наших гостей-адвокатів. Як ви вважаєте, все ж таки, якщо ми беремо статтю, і там є певний, ну, певна вірогідність, як суддя прийме рішення. Якщо, наприклад, від 8 до 15, то заплатили гроші 8, не заплатили 15. Ну, як я так розумію, чи можна якимось чином уникнути такого трактування, чи якийсь механізм створити, який суддям не дає змогу таким чином маніпулювати і як цю кримінальну корупційну складову
якимось чином зменшити цей вплив? Конечно, есть механизмы для уменьшения коррупционной составляющей. Первый механизм – это однозначно независимость судей, независимость материальная. Сейчас что собой составляют оклады судей? Судьи Верховного суда получают в среднем где-то порядка 140 тысяч гривен. Судьи апелляционных судов получают примерно где-то около 100 тысяч гривен. И судьи местных судов, их оклады составляют примерно около 50 тысяч гривен. Это те, которые прошли квалификационное оценивание. Те, кто квалификационное оценивание до сих пор не прошел, опять же, в силу нашей нерасторопности нашей высшей квалификационной комиссии судей, они, конечно, получают в разы меньше. Там 15 тысяч, там 20 тысяч, там не больше. Это является одним из, скажем так, факторов, которые выстраивают независимость судьи. Ну, понятно, что это фактор не финальный, он не основополагающий. Конечно, еще одним фактором является однозначно, знаете, как сказать, не то что боязнь, а вопрос неминуемости наказания за совершенное преступление. Чтобы вот этот стереотип, суровость, немножко перефразирую, наших законов с лихвой компенсируется свободой их невыполнения. Но чтобы этого не было в нашей стране. Вот чтобы мы понимали, что если кто-то вознамерится совершить коррупционное деяние, то он должен быть однозначно наказан за это, ну и как минимум он лишается профессии. К сожалению, пока у нас такого нету, не наблюдается. Почему? Потому что, опять же, борьба с коррупцией у нас находится на таком, но на очень-очень, наверное, зачаточном, что ли, уровне. Созданы серьезные институты. Тобто, я так розумію, щоб завадити от таку корупційні складові, це повинні розглядати конкретно вже об'єднання суддів правопорушення з боку регламенту чи прийняття якогось судового рішення. Тобто це ВРП повинно робити? То, що касається корупції, однозначно, це не вопрос ВРП, це НАБУ. А якщо є некорупційна складова, наприклад, если у нас есть признаки дисциплинарного поступка, нарушение присяги, конечно, дело работы Высшей Рады Правосудия. У нас высшим дисциплинарным органом в Украине является ВРП. Это их работа, и они должны ее быстро и эффективно выполнять. Что является самым главным для них сигналом? Это нарушение, прежде всего, процессуального закона. Понятно, что люди не должны, те, кто не согласен с принятым решением суда, идти в ВРП и говорить, накажите этого судью, он... Але якщо там у судовому рішенні є там обставини, які обтяжують вину, і суддя їх, наприклад, не взяв до уваги і вже дав нижчу планку чи нижче нижчого. Це ж теж не кримінальне злочин. Може там є корупційна складова, але це не довели правоохоронці, та це повинні вже виявити на рівні ВРП, я так розумію? То, что касается выявления признаков коррупции, давайте мы оставим это все работникам НАБУ. Это их непосредственно кухня, пусть они этим занимаются, это их компетенция. То, что касается выявления признаков дисциплинарного проступка, вернее, как признаков нарушения присяги со стороны судьи. Это уже ВРП. Факта, совершенно верно, нарушение процессуального закона – это самый главный определяющий фактор для того, чтобы понять, судья добросовестен или недобросовестен. Вот здесь это четко работа ВРП. Ну, конечно же, это работа высших инстанций судебных, для этого они созданы. Есть у высших судебных инстанций тоже рычаги влияния на судей. Ну, Абдуганы, например. Они могут инициировать вопрос о том, что судья нарушил присягу, и, соответственно, есть определенные процессуальные важели, в частности, окремые ухвалы, которые можно выносить. Вот. Эта система, она сбалансирована, законодательно сбалансирована. Единственное, что она не выполняется, она не работает. Потому что одно из звеньев этой системы, оно барахлит. В данном случае это... Если мы говорим о дисциплинарной практике... Тех, кто назначает судей на посаду. Конечно. Ну, если мы говорим о дисциплинарной практике, барахлит, соответственно, у нас сейчас Высшая Рада Правосудия, она должна заработать. И у нас очень большой запрос, у нас у всех, у Украины, на то, чтобы в конце концов заработала ВККС, чтобы начался новый набор
судей на должности, на вакантное, на замещение вакантных должностей. Нужно запустить новую кровь в систему. Дякую. И у нас есть телефонный звонок у студии. Витаем вас в эфире. Добрый день. Я сам адвокат, фамилия моя Каленский, и хочу задать такой вопрос моим коллегам-адвокатам. Судя по тому, что они говорят в эфире, они ссылаются на какие-то суды коррупционные, которые должны притягивать к ответственности того чи іншого судью. А скільки, яку кількість скарг вони самі подали на будь-які рішення незаконні з їхньої точки зору на того чи іншого суддю? Це перше питання. І як вони вважають на сьогоднішній день? Вища рада правосуддя виконує ті повноваження стосовно притягнення до відповідальності суддів чи ні? Це. Дякую, пане Андрію. Як ви відповісти на перше та друге питання нашого телеглядача? Кількість жалоб. Апелляционных жалоб или количество жалоб в высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию? То есть, если говорить о высших комиссиях правосудия, то я жалобы не подавал. Как бы я предпочитаю европейские механизмы защиты, и мне считаю более эффективным обращаться к международным правозащитным организациям, к органам Европейского Союза, ЕСПЧ. То есть как-то они быстрее срабатывают, чем наши местные. Ну, то есть вы понимаете, что там они все равно вашу скаргу разглянут руки через пять? Не, это ЕСПЧ. Ну почему через 5 лет? Я не кажу про ЕСПЧ, я говорю про наші судові органи, які повинні реагувати на такі заяви. Да, если мы говорим о Высшем Совете Правосудия, то есть это орган, не позволяющий оперативно решить проблему. То есть поэтому я лично не пользуюсь этим механизмом, потому что ему не доверяю, а пользуюсь европейскими механизмами защиты. А второй вопрос это был по касательно коррупционном суде, я так понял. Я не совсем понял второй вопрос, но поэтому я на него отвечать не буду, поскольку я не понял, а хотел бы еще бы вот другой аспект обсудить, и заодно коллега и ваше мнение услышать, о гражданах Украины. Не являются ли они таким же производителем коррупции, как и судьи? Не проще ли гражданам Украины дать взятку, чтобы решить свой вопрос? Потому что как бы мы не должны снимать и ответственность и с общества, которому иногда не хочется бороться за свои права до конца, а хочется пойти простым путем. И иногда получается, да, как в старом смешном анекдоте, когда говорит, возьми у этих деньги и у этих и реши по закону. Понимаете? Поэтому нужно и начинать из себя в том же числе. Потому что вот и вы, секунду, много знаете, да, вот те, которые пошли на самооговор, на согласие со следствием, да, когда обвиняли вот, по сепаратизму и по прочее, какое количество людей и сколько бороться начали? Дуже багато людей, все ж таки, так, дійсно, є така ситуація, коли люди розуміли, що в них немає перспектив боротьби у суді, і вони таким чином йшли на таку... На компроміс совістю, називемо це так. Ну, можливо, так. І таким чином вони себе оговорювали для того, щоб просто мати змогу певним чином домовитися з прокуратурою, щоб їх реально відпустили від, з тюрми. І таких реально було дуже багато. Тут я з вами погоджуюсь. Пане Андрію, як ви можете відповісти, ой, пане Максиме, як ви можете відповісти на питання нашого телеглядача? То, що стосується нашої практики обращення в Высшую Раду правосудия с жалобами. Имеем богатую практику обращения, но, к сожалению, КПД оставляет желать лучшего, но он есть. С вашей точки зрения, скольки процентов? Он есть. Есть несколько открытых дисциплинарных производств в отношении нерадивых судей, где мы требуем их привлечь к ответственности дисциплинарной за очевидные факты нарушения присяги. И я надеюсь, что мы своего добьемся. Почему? Потому что факты сами по себе, конечно, кричащие. Но решения еще нету, да, я так понял? И решение уже есть. Есть. Да, и в форме догван, и в форме попереджен, все это есть. Определенный воспитательный эффект это имеет. Те судьи, которые, соответственно, прошли через это горнило в ВРП, они уже более осторожно, более с оглядкой относятся к вот своему некогда вольному поведению, соответственно, вольному трактованию требований процессуального законодательства.
А хто конкретно відбирає тоді суддів до ВРП, чи які люди наповнюють комісію, які вирішують долю суддів? Тобто це дуже теж, я вважаю, що дуже центральне питання. Хто і з якого приводу саме вони, ці люди, які там сидять в вищих керівних посадах судової системи, яким чином вони там з'явилися і як зрозуміти їх профпригодність з вашої точки зору? Дмитрий, ви знаєте, по поводу їх профпригодності у мене сомнений особих нет. Самое главное, чтобы между ними прекратились вот эти, знаете, внутренние, так скажем, какие-то внутренние чвары, и чтобы они ответственно относились к выполнению своих обязанностей. Я думаю, что общество и законодатель, смотря на историю существования той же Высшей Рады Правосудия и на персонали, которые там, соответственно, занимали эти должности, эти посады, будут сделаны выводы, и вот эти принципы добора, они будут совершенствоваться с практикой. То есть будут набирать все-таки более, так скажем, людей, у которых будет более, ну, что ли, государственное мышление, которые будут болеть за эффективность работы этого конституционного органа. Ведь он на самом деле очень важен для судебной системы. Я бы сделал акцент, может быть, не на персоналиях и не на качестве работы ВРП и ВККС. У меня есть четкая уверенность в том, что они заработают. Что сейчас будет новый состав ВККС, будет новый состав Высшей Рады Правосудия. Они заработают. Просто самое главное соблюдать четко требования Конституции для добора на эти посады. Почему, опять же, были вопросы, были скандалы по поводу назначенных лиц в ту же ВРП. Потому что, опять же, наш пятый президент, наш Петро Пятый, он манипулировал при назначении туда членами ВРП определенных лиц. И обществу известны эти скандалы. Эти скандалы выносились даже на обсуждение Конституционного суда. Вы наверняка тоже об этом слышали. Определялось, является ли конституционным назначение там того или иного члена ВРП или не является. Понятно, что это не красит нашу всю систему госуправления, и этого нужно однозначно уныкать. От этого нужно отходить, чтобы этого не было. Я хотел поговорить по поводу вот такого нововведения, такого новшества, как Громадская рада доброчестности. Или комиссия испытаний доброчестности та этики, которая предусмотрена вот уже законопроектом Зеленского. Ну так, що тобто, дійсно такое? Важливо розуміти, в чому полягає реформа Зеленського судово. Люди повинні розуміти, що орган, який відповідає за набор нових суддів, це у нас Вища кваліфікаційна комісія суддів, орган, який відповідає за дисциплінарну практику, за наказання нерадівих суддів, це Вища рада правосуддя. І є некий, як по мені, іскусственно створений такий, такая надстройка, которая называется вот эта комиссия доброчестности. Она, эта комиссия, вернее, сначала это была Рада доброчестности во времена того же Порошенко. Что было ее миссией? Определять, доброчестный судья, або не доброчестный. Абсолютно такое оценочное понятие, которое, ну, я сюда, зрозумею, которое не имеет никаких так, под собой, так скажем, критериев. И самое главное, кто это определяет? Как по мне, это определяли абсолютно случайные люди, которых понабирали, ну, грубо говоря, по объявлению, которые никакого отношения к судебной системе не имели. И, соответственно, субъективный фактор при даче рекомендаций на занятие должности судьи или на прохождение вот этого горнила, этого квалификационного оценивания, давали вот эти случайные, абсолютно случайные люди. И была целая охота на ведьм, инспирированная этой Радой Доброчестности, когда они уничтожали там целый пласт судей, которых они считали недоброчестными и запятнанными во времена майданных событий. Те люди, которые привлекали к админ ответственности автомайдановцев. Те люди, которые выносили решение о расчищении улиц от баррикад и, соответственно, о понаждении госорганов к порядку.
Те, которые, те судьи, которые заставляли госорганы, выносили решение об освобождении государственных зданий, которые были абсолютно незаконно заняты. Тобто все эти судьи попали под репрессии? Конечно, конечно. Они были уволены. И инициатором их увольнения были не только ВККС и, соответственно, ВРП, а еще вот эта Рада доброчестности, где был поднят вой о том, что эти судьи являются недоброчестными. Притом, при всем при том, что их решения, которые они выносили... Ну, тобто не підтримали тих, кто пришел до влады, конечно, недоброчестными. Их решения, они являются, и до сих пор они являются действующими, их высшие инстанции не отменяли, но все равно они были признаны нарушителями доброчестности, и, соответственно, они были уволены с должностей. И другие также судьи, которые тоже проходили через горнило вот этой Рады доброчестности, вот давайте мы вспомним ту же там судью Цокол, судью Печерского района, которая вынесла абсолютно законное решение по Саакашвили, когда она его, по-моему, освободила. Когда она оценила эти доказательства, которые принесли силовики в суд, она сказала: ребята, это не доказательства, то, что вы принесли. И за это ей покарали. Совершенно верно. Я в отношении Саакашвили выносить такого решения не буду. И вот эта система, вот эта костная, костная почему? Потому что она состояла, соответственно, из, так скажем, таких из негодного элемента. Они начали ее тьковать, начали ее травить. И, соответственно, суде пришлось уволиться по собственному желанию. Понятно, что не было никакого решения принято в отношении нее, вот, потому что все-таки рука не поднялась. Но вот эта волна, вот этой, знаете, новомодного этого слова «доброчестность, недоброчестность», она, к сожалению, ее захлестнула. Зробила свою справу. Дякую. Пане Андрію, всі ми знаємо, що зараз дуже складна ситуація реально у громадян, які звернулись до судів. Тобто я бачу на свої очі, що дуже багато людей знаходяться в СІЗО, тобто вони ще не злочинці, вони ще просто йде судове слідство. І вони знаходяться хто рік, хто два, хто три, і їх справи просто не розглядають, тому що у судів просто не вистачає часу. І їх возять кожні два місяці до суду для того, щоб просто продовжити тримання під вартою. Це дуже негативно, як ми розуміємо, ще падає на бюджети, їх треба ж тримати там в тюрмі ці СІЗО. І таким чином людина, у нас така склалася ситуація, що вона сидить рік, два, три, чотири, а справа ще якось не закінчується. І суддя, розуміючи, що термін там вже статті, він вже пересидів, тобто він вже відбув у СІЗО, і він просто, розуміючи, що сидіти далі йому вже немає сенсу, бо він просто більше вже не дасть по цій статті, він просто змінює йому міру запобіжного заходу. Людина виходить, а судова справа продовжується. Ну, тобто, як цю ситуацію реально можна виправити? Дмитрий, явно діло, що... Не я ее буду исправлять. Вы рассказали об одной из манипуляций законом и политической мотивированности, которых у нас целая уйма. Покуда? Просто проблему, понимаете, нельзя щипать по травинке, надо вырывать с корнем. И мое мнение здесь однозначное. Покуда судебная система является придатком исполнительной системы власти, это будет. Судьи должны назначаться, избираться народом. Это вот мое мнение. У нас избирается президент, у нас парламент, который избирает Кабмин. Почему судьи назначаются кем-то? Вот я не понимаю, почему они должны назначаться кем-то? Вы уважаете, что судьи должны убирать? Пока они кем-то назначаются в тот или иной способ, указами президента, отборами каких-то комиссий, а эти же комиссии тоже назначаются съездами, президентами и прочими, покуда административная машина назначает судей, судьи будут служить административной машине. Надо внести демократию. Значит, носителем суверенитета Украины является украинский народ. Соответственно, судебная власть, как власть, должна делегироваться народом. И какой-то способ
в какой-то способ, он может быть разный, может быть выбор мировых судей, выбор судей первой инстанции, а судьи первой инстанции будут выбирать Верховный суд, или мы будем выбирать Верховный суд, а Верховный суд будет совершать отбор. То есть надо убрать вот эту подпись президента, подпись кого-то в факте назначения судьи. Вот по делу Муравицкого, да, узника совести, одна из судей из строек назначается вдруг президентом, и сразу получает это дело, ну, входит, потому что до этого состав не можно было по Муравицкому сформировать. Двое других судей в деле Муравицкого до этого были под дисциплинарными производствами. Вот скажите, на кого будет работать такая система? Конечно, на бюрократическую машину. И таких манипуляций будет вагон. Дякую. Пане Максимові, я думаю, що таке питання цікаве дуже багатьох наших телеглядачів. У судів наших немає конкретного сроку розгляду судової справи. Тобто там написано просто у розумні терміни, розумні сроки. Що значить розумні сроки, якщо ми бачимо, що у нас можуть справи в суді розглядатися, наприклад, 10 років? Ну, це реально є такі випадки. В середньому там десь 3-5 років, але ну, все одно це ну, дуже багато. І весь цей час людина може знаходитися в СІЗО. Тобто людина ще не має вироку, тобто і просто йде судова справа, а людину все ж таки можуть тримати у СІЗО весь цей час. Як ви вважаєте, потрібно якісь розумні сроки, щоб вони були визначені, тобто там рік, там, 2 роки. Ну, це не повинно бути 3, 5, 10 років. Ну, це очевидно. Андрій, ну, начну з кінця вашого питання. То, що касається дуже мало часу, буквально хвилина. Да-да-да, то, що касається сроків, вони всі определені. Наші кодекси, вони не такі плохі, як кажуться, може бути, на перший взгляд. Вони абсолютно ефективні, якщо їх соблюдати. Але, к сожалению, вони не соблюдаються. І сроки тримання під вартою. У нас чітко все регламентовано. Единственное, что вы очень правильно акцентировали внимание на таких очень позорных фактах нарушения судьями сроков при вынесении, вернее, не при вынесении, а при подготовке решения, которое он вынес, и потом передаче, допустим, дела в апелляционную инстанцию, когда речь идет об обжаловании меры пресечения. Это очень-очень важный момент, который судья должен четко соблюдать. Для чего? Для того, чтобы права арестованного были не нарушены. Вот, кстати, одна из наших жалоб, которая сейчас находится в ВРП, и дисциплинарная секция ВРП, я думаю, примет справедливое решение по этому поводу. Она касается как раз нарушения сроков подготовки судьей документа в виде решения и отправки дела в апелляционную инстанцию. Это крайне важные моменты. Я говорю о том, что все сроки в кодексах в процессуальных прописаны, это все есть. К сожалению, они не соблюдаются. Дякую. І настав час прощатись з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були Максим Могильницький та адвокат Андрій Гожий. Дякую за змістовну розмову, а з нашими телеглядачами я не прощаюсь. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.